Субботний телефонный интерактив продолжается. Сегодня чиновники по всей стране 3 часа принимали звонки от жителей и таким образом узнали о новых проблемах в регионах. Жители проспекта Космонавтов в Гомеле пожаловались на аварийный сквер в железнодорожном районе. Основные претензии к состоянию скамеек. Они ремонтировались, не ремонтировались около 20 лет и разваливаются на глазах. К тому же место отдыха заросло травой. Это все прогнившее, сидеть невозможно. Здесь находится дворец культуры, и буквально 10 метров за дворцом вот такое печальное состояние. Об этом горожане рассказали заместителю председателя горисполкома, отреагировали моментально. Дано уже поручение коммунальным службам, чтобы они с выездом на место обсчитали необходимое количество и материалов, и финансовых средств, и чтобы в ближайшее время этот вопрос был решен. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства по традиции первое в списке обсуждаемых – благоустройство детских площадок, ремонт домов, состояние дорог. На втором месте – образование и здравоохранение. При этом на прямую линию горисполкома сегодня дозвонились всего 15 человек. Снижение активности связывают с рабочей субботой. На каждое обращение ответят письменно.